Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Думаю. Где мои стики? Уроды, они спиздили мои стики, они мои стики. Я думал, негодяи мои спиздили. Здорово, Мойша, ты же только ушел уже здесь, смотри. Вездесущий Мойша. Евреи везде, блин. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Как у вас ничего? Нет, короче, как в этом? Кого-нибудь поймать, короче, мамба, ёпта. Чикуамба. Чикарамба, бля. Чё, кого что творишь? Я хуйню всякую творю. Я вот сейчас вот пойду рэп делать. Рыпачок, бля. Пора раздать. Дедушка должен показать, что он умеет. Португалия, привет. В Португалии, говорит, кокаин хороший. Вы наркоманы там все, наверное. Беларусь, привет. Дикхай. За это не сажают? Ну, здесь нет. Блять. Совет, давай, я тебе сейчас раздам советов. Я тут еще советчик, блин. Запрос. Давайте, короче. Мама, нормально. С мамой все хорошо, мама в Москве. Нихуя себе, няша. Ты гуф? Все спрашивают. Вот пишут, рядом гуф, смотри. Я не гуф. Это Марина. У нас главный, лучший сотрудник. Года. Тысячелетия, блин. Спасибо. Что-нибудь живую исполнить вам, нихуя себе, блядь. Это же корпоратив. Сейчас мы исполним. Водка. Хочешь, чтобы тебе стало еще хуже, пей водку. А что исполнить-то? Ауе, пацаны. Что исполнить-то? Нихуя, я все равно. Да нет, что-то надо другое. А я сейчас забуду ведь. Утром витамины красные. Что-то. Сейчас. Утром витамины красные. Завтрак часто. Блять. Утром витамины красные. Завтрак часто. Очень увы разные мысли вслух. Бля, не помню, короче. Новый, блядь, Петрек, я не помню. Бейба, white widow, бейба на взрыв. Я доволен, сыт. Бля, забыл, короче. Похуй. Потом ебану. Исполнитель, блядь, вообще, конечно, из меня не очень. На концерте зато заебись. У меня все поют там на концерте. Фу. Я бог птах. Этот, как он называется? Египетский бог подземелья, мать вашу. Да я не пьяный, я не пил уже, блин, кучу времени. Такие вы, конечно, на бутылку повелись. Бутафорский самогон был. Нет, только ты один тут такой конченый. Я близнец. Настроение говенное. Привет, старик. Пипа, white window, baby.
ебать на взрыв. Я доволен секс. Прикинь, забыл текст. Рео, привет. Кудесник, короче, когда кудесник выйдет? А, то есть на меня, да? Стрелки. У Марины, короче, спрашивайте. Ну, Айкос, Эрик, привет. Айкос, да, немного помогает. Ну, нельзя сказать, что прям вау, ты бросил такое курить. Я где? Я на студии у себя. Липецку, привет. Привет, Липецку. ЕКБ, шалом. Трухип-хоп. Да учи текст, я его только написал, когда учи, блин. Столько текстов, сколько я написал. У меня, как вы видите, память все в порядке. Все орали, что я там весь версус забыл. Я его промямлил, потому что бухой был в говно, но я ничего не забыл. Это как этот, в этом, Илья Муромец и Лёс Попович. Как этот мультик называется, где они там троем? Три богатыря. Да, три богатыря? Вот это вот, где там они пиздили этих. Какой, блин, Орду. Я один такой маленький заново сходил, такой, не упал. Да, альбом в октябре, в конце октября. Ну где какой-нибудь умник, который сейчас обязательно напишет мне? Кука нормально, он уезжал, он, короче, этот, как он? Он в Уфу уезжал. Да, он прилетел только. Не помню. Привет тебе, Трево. Короче, какая Армения? Я родился в Баку, блин, у меня фамилия Нуриев. Ты хочешь, меня там убили, что ли, блин? Я в Баку поехать не могу, потому что у меня папа армянин, блин. Ни туда, ни сюда. Я говорю, животное без совести. Слушайте, пожалуйста, отстаньте от меня со своим этим, как его, гуфом, блядь, заебали. Такое чувство, блядь, как будто я просто, это какую-то моя бывшая баба какая-то. Сейчас, короче, мы найдем кого-нибудь, кому позвонить из вас. Кому бы из вас позвонить? Будем по аватаркам сейчас определяться. Короче, сейчас наберем кому-нибудь, какому-нибудь чуваку. И, короче, главное на хейтера не нарваться, блядь. Быть полный фейл, блядь. Так, Раиль, вот, короче, так, так, короче, вот есть какой-то Виталий, сейчас мы его наберем. BMW X5. С тобой я разговаривал, Лева, мне интересно поговорить с кем, кого я не знаю. Ну, что-то не берет. Че, и где человек? Человек диван. Спрятался, глянь. Шалом, человек диван. Здорово. Здорово, как жизнь? Ничего, нормально, все у вас как? Заебись у нас все. Видишь, не хейтер ты, я попался. Ага, ну слава богу. Ну давай, рассказывай о своей жизни. Очень интересно. Никогда не разговаривал практически ни с кем, кого не знаю. Ну что, нормально занимаюсь. Я сейчас в Киеве бизнесом занимаюсь. Каким? Бизнесом занимаюсь, маленьких одеваю. Детей? Не, маленьких одеваю, детей. Маленьких детей одеваешь? Да. Красавчик, молодец. Ну, может, знаешь, этот, H&M, знаешь? H&M, да? Да, ну вот я им занимаюсь. А где ты живешь? В Киеве. В Киеве? Да. Мне к вам нельзя. А чё? Что там, запретили вам? Мне сказали, что я сепаратист. Ужас. А что ж ты им такое плохое сделал? Да ничего, я в Донецке был просто, в Луганске, блин. Ужас. Так по-тихому приезжай тогда. По-тихому? Ты хочешь, мне по-тихому там оставили? Да не, под прикрытием будешь. А? Под прикрытием будешь. Да меня узнает, кажется, собака, блин, везде. Ты чего?
каким прикрытием не могу. А что у вас там творится? Как у вас сейчас дела? У нас все заебись. Что, пишете что-то? А? Пишете что-то? Пишем альбом, как тебе готовим. Скоро закончим. Блять, вот такое ощущение, как будто на небе звезды у нас в потолке. А у него как будто день. А у тебя день там? Да. Вечер, блядь. Ну, вечер уже. Уже вечер. У нас тоже вечер. У нас сегодня темно на улице. И у них тем более юг, там теплее. У него там вообще светло. А как ты на меня попал? Я потому что лежал, думаю, блин, ну так, нажал просто. Как ты попал на меня? Где-то, а я где? Вот раз такой, а я первый попавшийся, кого там раз и нашел. Ничего себе. Бывает же такое. Вот так вот. Мы так одного нашли уже. У нас теперь новый артист. Да, я помню, у вас был на концерте, когда вы еще вместе были в бинго-клубе в Киеве, может, помнишь. Эфир в норме был тогда этот альбом. Ебануться, это очень давно было. Да, вот тогда я был. Ну, круто было тогда. Было весело, но пускай. Мое здоровье, У меня еще такой билетик остался, такой черный, короче. Где? Ну, прикольно было, короче, мне понравилось. Я понял. Ну, давай, удачи тебе, всего тебе самого лучшего. Давай, спасибо за звоночек, да. Все, давай, папа. Давай посмотрим, насколько ты у нас умный. Давай, продемонстрируй мне, короче, охуенный диалог. Ну давай, Давид, ты говоришь, привет. Ты говоришь, тупой диалог, давай скажи мне что-нибудь умное. Да просто он разговаривает ни о чем, вообще не интересно даже смотреть. Давно хотел с тобой пообщаться. Нормальный ты пацан, нравится мне твое творчество. Классную музыку делаешь. Я так тоже не пацан, мне 37 лет, блядь. Когда в Питере будешь? Я в Питере, да, я не знаю пока. Ну, не знаю, осенью, наверное, приеду, может, зимой. Слушай, вот а есть вариант вообще так увидеться, как бы потусоваться там вместе? Не, я при проездом, как правило, бываю. Проскакиваю, уезжаю сразу. А, я понял. А концерт еще какой-нибудь планируешь тут в ближайшее время? В Питере пока нет. Пока нет, да? Но если что-то будет, я обязательно, короче, выложу это. Хорошо, ну, вот, я понял. Ну, вот так вот. Ну и что, давай расскажи мне, кто ты, что ты, где живешь, чем занимаешься? Я живу в Питере, родился в Ростове, живу в Питере. Работаю здесь уже 10 лет. Да, безопасностью занимаемся. У дяди вот его, не простого, скажем так. Я понял. Ну и отлично. Ну и как тебе живется в нашей стране? Слушай, да как живется? По-разному живется. Не особо радует то, что сейчас в государстве нашем как бы происходит, да, там принимают эти законы, как бы там все с реформой, там с пенсионным возрастом, с увеличением как бы там НДСа и всего, как бы, но не особо радует. Ну это да, тут я с тобой согласен полностью. Сейчас еще будет больше, еще хуже будет. Сейчас бензин поднимут, НДС подняли. Да, если НДС подняли, значит уже поднимутся все, как бы и в магазинах, все, продукты там, все полностью. Рубь ты наш опять рухнул, блядь. Короче, что-то, блядь, не то. Мутят, все, что-то непонятно, чем мутят. Ты наверное, что, бабло на самом не... деле, скоро гражданская война, наверное, будет. Не дай бог, ты что, не дай бог. Это, блядь, ты стопудово придут гласики, долбоебы, которые, блядь. Да пару раз... Пару раз если попадал, как бы... война, будут долбоебы, а? Пару раз попадал, как бы, видел, ты там комментировал, Николай Бондаренко-то, который есть. Ну? Депутат КПРФ. Нормально, да, чувак, как бы, там рассказывает? Да, сейчас, одну секунду. Алекс Колпаковский, ты хуйло ебаное, твой рот топтал, дебил ебаный, блядь. Сосешь ты, всю жизнь будешь сосать, блядь. Да не обращайте на них внимания, долбоебы, хватает хуйни всякую, пишут, блядь. Ну вот дебилы, знаешь, это, знаешь, короче, люди, которые ничего из себя не представляют, вообще ноль, блядь. Но сидит и хуйню и гадости людям пишет. Чепушила ебаная, блядь. Да я много раз, как бы, ты выходил в прямой эфир, как бы, смотрел, тоже такие комменты задвигают, как бы, там, по сути, это, я считаю, такие чуваки, которые вот на уровне, там, написать какую-нибудь хуйню, как бы, чисто так, где-то вдали, а так при встрече, как бы, в глаза, но реально они нихуя не могут сказать, блядь. Согласен с тобой.
А потом подходит, говорит, можно автограф? Так что, что скажешь по поводу Бондаренко? Как тебе он вообще, как его мысли? Слушай, ну, то, что я вижу, что он делает, мне нравится. Если он будет в той же истории топить, то как бы то круто, конечно. Если там его не закошмарят и ничего с ним не сделают, то если он будет топить, то я за ним пойду лично. Ну, как бы мне нравится этот именно персонаж. Не важно, что он КПРФ, не КПРФ, мне это без разницы, я не отношусь ни к каким партиям. Вот. Но как бы мне понравился чувак, он такой с характером. И умные вещи здоровые говорят. Акции, как бы вот эти, которые были, молодец, поднял так народ, как бы там, да. И странно, что наше государство до сих пор, как бы, его оставило, как бы, еще там не завели на него никакую-то там уголовщину, как бы. Как ты думаешь, что связано, как бы, с резонансом, как бы, с его там, что внимание такое он, как бы, общественности взял на себя? Ну, вот и благодаря этому пока с ним еще ничего не сделали. Если бы, как бы, он не сделал там ничего, короче, такого общественного резонанса не было вокруг него, уже бы давно осадили бы его. Да, я тоже так думаю. Поэтому, но будем надеяться, что у него получится что-то, как бы, донести, как бы, ну, до, да, нашего, будем надеяться. До нашего правительства, скажем так. Ну, что-то вот, мне интересно, почему Владимир Владимирович пока молчит, ничего не делает. Вообще тишина от него. Я первый раз такое вижу в его случае. То есть он такой взял какую-то паузу, походу. Да, тишина такая. Интересно, что из этого последует. И всего. Почему это все? Главное, чтобы это не было. Да, главное, чтобы не было, короче, этот. У тебя связь теряется. Я зашел, может быть, поэтому. Да, слышишь меня? Наверное. Сейчас я выйду на улицу. Зашел в БЦ просто, может быть, поэтому попал. Вот. Так, нормально? Слышишь меня? Да, вроде. Ну, уже получше, да, конечно. Короче, тут... Да, МТС, походу, МТС, походу, хромает. МТС, да, может исполнять, конечно. Хотя раньше была блатная связь. Я помню, да, что это, да, МТС, да. Было для таких, типа, для самых, типа, крутых. Они были самые... Когда еще модно было тратить много на всякую хуйню. Да, мегафон, МТС нормальная была. Ладно, все на связи. Хорошего, как говорится, вечера. Давай, желаю тебе здоровья, там, успехов в творчестве, как бы, полные залы народа. Делай ему зло, буду ждать от тебя новья. Спасибо, всего тебе на и доброго. Удачи тебе, берегись. Все, давай, мир. Пока. Так. Ну что, посмотрим, кто тут еще есть. Давайте, короче, сейчас мы кого-нибудь еще выберем. Так. Вот вопрос. Короче, сейчас посмотрим. Я не знаю, кто Кавера Хохлова. Какая-то хейтерша, наверное. Так. Кто там есть у нас? Здравствуйте. Ну, давайте. Сейчас я наберу. Ну, давай посмотрим, кто ты. Что-то скинул. Ну давай, ладно, давай тебя вызовем. Я нечаянно на кого-то нажал и скрыл от кого-то свои истории. Честно, нечаянно вообще. Черт. Некрасиво получается. А тут тебя невозможно вызвать. Так. Казахстан. Давай Казахстан. Называем прямой эфир. Посмотрим. Птаха, салам. Салам. Что там темно у вас сейчас? Да, у нас темно. Казахстан, Каменногорск город. А, у вас уже ночь. Да, у нас уже ночь. Ну что, как дела? Может, ты не видно, вот под фонарем мы вот. Не, ну я тебя вижу. Да, вот под фонарем я вот стою. Все, как вечер.
Да, все нормально, вот. Катаемся на моциках. Чем занимаешься вообще? Я работаю на заводе, читаю рэпчик. Нормально. В каком формате рэпчик? Давно уважаю твое творчество, по щеглянию еще. Я сам 96-го года. От души спасибо большое. 96-го, да. Какой, 96-го? Да, 96-го. О, это золотая эра хип-хопа была, ты еще только родился. Да, я только родился. С 10 лет слушаю ваш рэп. Нормально, что? Ну и чем вообще еще занимаешься? На заводе работаю. И все? Ну да. А кем ты на заводе работаешь? Что-то у меня телефон глюканул. Братишка, если еще ты одна связи, извини, у меня телефон глюканула. Глюканула. Ну что там? Миш, привет. Привет, привет, привет. Салют. Сейчас, короче, будем смотреть, кому бы нам позвонить. Сейчас будем в рандомном порядке. Давай, Марин. В рандомном порядке выберем, кому-нибудь позвонить. Жизнь заебись. Почти. Ну. Вопрос давайте, конечно, задавайте. Я зачем сюда вышел? Отвечать на вопросы, разговаривать с людьми. Говорить о насущном, так сказать. Не пташка, а птаха. Пташка – это птичка такая. Так, когда в Тверь, не знаю. Не знаю. Не знаю. Я Давид. Позвони Марина, скажи ему, пожалуйста, чтобы набрал меня. Это Рева. Рева, я тебя наберу тоже попозже. В Амстердам нет. Пока нет. В Красноярск мы думаем об этом. В Израиль, может быть, зимой. Стиль. Вам новый стиль поменял? Я не поменял стиль. Вам понравится то, как звучит сейчас мой музло. Я уверен. Чистая подземочка хорошая вышла. Мне просто нравилось быть попсой. Я есть занудовый, я есть занудный. Так, короче. Какой-то этапе альбом. Лофт работает. Альбом на этапе завершения. Москва. Что Москва? Не знаю. Спасибо большое. Антропов. Так, звучит как старые тайны. Нет, звучит не как старые тайны. Он звучит лучше, он звучит как, мне кажется, ближе к папиросам, да? Да, да. Ближе к папиросам. Ну что-то типа по низам папиросы, но да. По звучанию лучше. Посвежее, конечно. Позвонче. Сведено охуенно. Так, что там дальше? Короче, что там со звонками? Сейчас будем... Так, сейчас, короче, ну давай. Посмотрим. Не, не old school. Вам спасибо, что слушаете меня. Так, ну давай, звоним. Вот. Смотри, кто подключается. Серьезно? Шалом. Привет. Привет. Что молчишь? Да падай. Ничего. Да я в шоке. Падай, бейся головой об угол. Об угол. Я что-то... Да. Ну что, давай рассказывай. А? Короче, вернулась с Франции, живу в Молдавии, сейчас в Питере, проводила парня в армию, и вот еду через 2 дня в Москву, и бухать? Еду на студию, буду писать первый свой в 27 лет. На какую студию? На какую? Не знаю, ищу. Надо, надо наехать на нашу студию, на самую лучшую сейчас студию Израиля. А я знаю, у вас... Из тех, которые пишут людей. Не в плане, то есть, самое лучшее вообще в мире, блядь, а в плане, которое доступно для можно? Музыкантов. И цена адекватная. Конечно, можно. У нас давайте, все можно. За ваши деньги все можно. Любой каприз за ваши бабки. Охренеть. Звонишь Брайту, там номер есть студийный. Прям говоришь, я еду к вам на студию, хочу записаться. Да, и все.
Блин, я, да я в шоке, вообще не может быть. Я постоянно наблюдала, смотрела. Вот. Ой. Ну вот, короче. Буду первая девчонка, которая рэпчик читает. Ну, первый ты уже не будешь, девчонка, которая рэпчик читает до хрена. Хорошо. Ну, что-то пока нормально не особо. А? И 15 лет я этим занимаюсь. Я думаю, у меня все получится. Я верю в тебя. Давай, давай, женский рэп. Да нормально все. Но это... говорят, что женского рэпа нет. Я не могу сказать, что его нет. Я не верю в это. Женский рэп. Есть же Snow the Product. Ну да, вот я ориентируюсь на более запад. Да, там... Женский рэп мне не нравится. Он никому не нравится. Правильно. Как женский бокс. Женский футбол. Женский, я не знаю, баскетбол. Вам место женщины дома, в семье, блин. А не рэп читать. Никто не занимается. Только закончила готовить, все нормально. Да? И кому-то да. Парни только что проводила в армию? Бабушке. Сколько лет? 27. А парню твоему сколько лет? 19. Твою мать, что это за педофилия, блин? У меня, короче, не поверишь, все парни, вот, которые у меня их было немного, ну, достаточно длительные отношения, они все младше меня. Все просто, поголовно. Хуеть. Хуя себе, как блин. Вот это поворот. Слушай, я тебе говорю, там какие-то звездочки у нас на потолке, блин. Они мигают потом еще. Понятно. У нас в Молдавии есть студия, где я работала, называется Black Block Production. И вот я там в свое время проводила много. У нас есть товарищ, по-моему, Славон. Нашего, да. Славон знает. Конечно, Славон я знаю, что мой хороший приятель. Ну вот. Вот я писала ему как-то месяца 4 назад. Я была во Франции, я работала стюардессой на яхте. И мне тогда, я ему рассказывала про свою работу, да. Интересный вопрос. Интересная профессия у тебя, однако. Бортпроводник. Да, нужно вот. Все знать. Бортовать яхту, кидать канаты там. Современно просто. Я, бля, боюсь спросить, а чья это яхта была? Я что-то не особо много знаю, бля, эту яхту вообще со стюардессой. Смотри, это находится, ну, вообще, в Монако, Канны, Ницце. Вот я брала эти... города. Одна яхта, на которой я работала, принадлежала американской семье. Дедушка, бабушка там какие-то и, в общем, две дочери. И я, то есть, обслуживала их. Получается, готовила завтраки, обеды, ужины, убирала, пришвартовывала яхту во время там выхода в море. Я постоянно, ну, следила за их безопасностью. Меня слышно? Да, 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 слушаю. Это как будто завис. Ну, короче. Я задумал. Вот. И она стоила около 17 миллионов евро, эта яхта. Она огромная, трехэтажная, и очень тяжело за ней ухаживать. И из персонала была одна. И я просыпалась с утра, и в 2 часа ночи только ложилась спать. В общем, я устала. Есть, и... Мойша, привет. То есть ты, короче... Мойша закидывает пару, иногда руку такую свою, зиги кидает. Мойша гуляет. Короче, смотри, подвисла она что-то. Эй! Чё? Алло! Эй! Алло! Эй! Чёрт. Короче, чё-то не то. Чё не то? Всё нормально. Всё то. Ты чё-то у меня висишь, короче. Да тебе кажется, это из-за того, что много народу. Что мне кажется, ты у меня висишь, мне такая хуйня бегает по кругу. Да потому что... Но зато ты меня слышишь, видишь? Надо сделать скрин и выложить. Это чё? Же... Какой... Ладно, я добрый день сегодня. Я не буду этого делать. Ну ладно, я с тобой прощаюсь. Мне надо еще много кому позвонить тут. Люди ждут. Да, давай, пока. Давай, удачи тебе. Пока. Спасибо. Ну вот, видите, оказывается, бывает на яхтах стюардессы. Я даже не знал. На таких яхтах я еще не катался. Но я, в принципе, вообще яхты не люблю. У меня морская болезнь. Я еще в воды боюсь. Я боюсь там акул. Ну что, короче, кому дальше? Что там улица шепчет? Я не знаю, что там Шептунов улицу пускает. Так, смотрим.
Сейчас. И вот он почти пришел. Вот, короче, вот, смотри. Фаб прислал. Это от ума, интересно, или от чего? Так, ладно. Бля. Что ты можешь пишет? Какую ты хрень опять. Шабим по углам говорит. Так, сейчас. Ну, давай тебе минутку дадим. Ветер в харю, я хуярю, блядь. Леха, 594, я до тебя не дозвонился, прости. Так. Вот так давай. Альбом будет называться Free Bass. Нихуя, короче, не получилось. Что-то, короче, никто не получается, блядь, никто трубку не берет. Ну, давай тебя попробуем. Ауе. Тоже нихуя трубку не берет. Вот вы просите позвонить, а трубку не берете. Ну, чё? Все, прощай. До свидания. Я получу. Так, ну давай. Если получусь. Фрибейс — это такое название. Можете вы посмотреть в интернете, что такое фрибейс. Вот, смотри. Привет. Прошу тебя, чтобы ты мне позвонил. Вот я тебе и позвонил. Ну давай, расскажи нам что-нибудь интересное. Кто ты, где ты, чем ты занимаешься? Как ты дожил вообще до этого? Я занимаюсь... Работаю в охране, короче. Да? Ловишь преступников в магазинах? Слышишь? Что у вас со связью у всех? Алло. Да. Алло. Слышишь меня? Ты слышишь меня? Да. Только ты меня видишь? Да. Нормально тогда. Я вижу тебя и слышу. Ты подвисаешь. Ты виснешь. Хочу сказать то, что лучший твой трек — это тебе. Спасибо большое, да, хороший. Наконец-то трек. Надо снять на него, блядь. Лучший трек это тебе. Ну, надо на него клип снять, по-хорошему. Мне кажется, блядь, клип застрелится, летит просто. Ты что-то пропадаешь, короче, со связи, у тебя что-то со связи. Извини, старик, у тебя со связью проблемы, реально не очень тяжело, ну, так разговаривать. Я в любом случае желаю тебе удачи и успеха. Ну давай, пока у тебя вообще это не... мудаки одни колхозные приезжают, приезжие суки. Что это за речь такая, мужчина? Вам не стыдно? Стреляем до тебя. Не надо в меня стрелять. Так. Я на студии. Включи что-нибудь новое. Никого не хочу, короче, включать ничего нового. Снимите клип лучше с главной. Тебе не надо. Тебе не надо, что это за хуйня? Ну, типа, на тебе не надо. Блять, мне этот постоянно говорит, что делать. Ну давай, Ромчик, поговорим. Здравствуйте. Узбекистану привет. Да. Ты хоть свет включи. О. Здорово. Ну давай поговорим. Давай. Ну давай, говори. Ну что, интересуйся. А? Мне интересно, что я позвонил просто так, что ли? Рассказывай, где живешь, чем жить дышишь, чем занимаешься, с кем работаешь. Я, короче, из Казахстана, с Астаны.
Вот. Ну как? Как есть, говори. Работа плохая не бывает. Бывает. У нас бывает. Ну, значит, тебе не надо там работать. Не, я не говорю там, где я работаю, плохая. В общем, работаю, короче, на колбасном. Колбаса. Кем? Колбасный. Колбаса, колбаса, я же. Колбаса, блядь, нихуя себе. Ты колбасу делаешь? Ну. Никого, нихуя себе. А вы там добавляете крыс туда, честно мне скажи, блядь. Да нет, не добавляем там. Ну да, есть что-то такое. Крыс добавим, не в смысле такое. Типа там. Тебя уволят завтра. Там фураж улица, вот такое вот, понимаешь. Единственное, что вот противная шкура, это курица, и все, так нормально. Ну, есть дешевая, есть дорогая, естественно. Дешевую шкуру вот эту, а в дорогую чисто мясо уже конкретно, специи свои. Ну, там все нормально, короче. Человек такой еще порядочный, держит чистоту, наблюдает, следит. А, то есть это маленький колбасный завод какой-то, да, частный? Ну, как сказать, да, начинающий только. Я понял, но пока еще стартап. Не... Стартап. Не успел, стартап. Еще не успел пока. Колбасный стартап. Бля, только со стартапом. Колбаса зануда назовем. Зануда. Так и на колбаса. Что там? Что-то. Что-то. Ничего тут, скучно. Лето. Делать нехуй. Алло. Ну, он тоже подвис. Подвис. Не успел договорить. Интересный, интересный. Вот. Ромчик, в любом случае, спасибо тебе, что нам ответил. Раскрыл колбасу. Да, ты красавчик, вообще молодец. Я обожаю колбасу есть, и я фанат разных видов колбасы. Ну вот, к сожалению, ты подвис. За время не терять мы вышли. Ну, удачи тебе и дай Бог счастья. Шмальнем звони. Ну давай, сейчас я тебе позвоню, где-то там с пистолетом, блин. Блять, вот они. Не этот как его. Отклонил. Ну вот, говорите, звони, а сами отклоняете. За колбасу. What's up? Тут замерз будет уже. Ну ладно, Рева, давай, я тебе наберу сейчас. Не Рева. Рева, у нас только немножко времени, потому что хочется много кому позвонить, много с кем поболтать. Привет. Привет. Шалом, шалом. Спасибо, что набрал. Добрый вечер, Марина. Привет. Ты Рева. Очень приятно. Покажитесь, пожалуйста. Здравствуйте, Марин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сотрудник ТИСИ. Хочу вас поблагодарить за то, что вы очень активно постите информацию в группе. Реально, вот новому рэпу паблику очень далеко. Блядь, все знает. Он всех знает. Он даже с моей мамой общается, с Ланой, блядь, со всеми друзьями. Он всех знает, блядь. Напиши мне в директ. Он тебе писал уже, наверное. Ты писала Марине? Нет, нет, не писал еще. Главному человеку не написал? Да, не написал. ВКонтакте писал, но Марина не отвечала. Это еще было где-то полтора года назад. Я не пишу ВКонтакте. Напиши мне в Инстаграм, либо номер мой есть на странице у Птахи. Хорошо, напишу. Будем работать вместе. Хорошо. Ну ладно, Рева, я с тобой прощаюсь, мы с тобой потом по телефону поговорим. Но не сегодня. Давай. Ты этот номер не поменял, который звонил? Нет, нет, не поменял. А, ну все, хорошо, ладно, буду ждать. Все, всего хорошего, пока. Приятного вечера всем. Пока, даже. Ага, да. Так вот. Позитивный человек. Позитивный человек, блин. Вообще нормально. Знает всех. О, Рева знает всех про всех и обо всем, блядь. Мне кажется, он какой-то шпион. Рустам, ты барашку свою где делал? Есть вопрос? Задавай. Набери Птаха. Сейчас, подождите. Надо кому-нибудь женщину набрать. Посмотрите вообще.
на наших, так сказать, подписчиц. Ну, девчонки, вы живые там? Пока на дежурстве. Нет, нельзя на дежурстве. Ты едешь, наверное, к своей женщине, я про барашку твою говорю. Ты бросил свою барашку, перестал за фили заниматься. Губкин какой-то здесь. Комов. Тула. Дратуйте. Дратуйте. Белбарусь, привет. Ну давайте. Черт, сейчас меня. Порадуй парней. Сейчас. Сейчас найдем какую-нибудь девчонку и позвоним ей. Ну давай. Посмотрим. Смотри, кто нам позвонил. Да, вот. Привет! Привет! Чего не спишь? Ты же мать. Нам еще рано. Почему это рано? Вы где живете? Мы живем в Владимирской области. Чем занимаетесь? Я работаю продавцом, и вот я же мать. Мы так ждали. Спасибо тебе, у меня подруга вообще кипятком писать будет. Она тебя обожает. Главное, чтобы она не ошпарила свои ляжки. У меня подружка тебя очень любит, она с Новосибирска. Счастья не забрала. Вот, а где Лана? А Ланка сейчас в Оренбурге у родственников. Она у мамы. Привет, ей передавай большое. Очень красавица у тебя. Обязательно. Как доча? Доча нормально. Доча тоже так красивая. Доча мне показывает. Помаши дяде. Помаши дяде. Привет, скажи. А воздушный поцелуй? Вот так. Воздушный поцелуй. Давид, можно скрин сделаем, пожалуйста? Да, конечно, можно. Ой, еще, ну-ка, ой, классно, спасибо, что позвонил, огромное спасибо. Не за что, ну отдыхайте. Спасибо, мы тебя любим, давай, пока. Такие классные, позитивные. Да, еще позитивный маленький малыш, смешной такой, крутой. Вот, видите, а вы говорите, блин, меня слушают одни нормальные, блин. Ну, давайте еще. Кого там еще выбрать? Сейчас мы посмотрим. Давай, давай. Так, ты думаешь? Нет, это сейчас не твоя очередь еще. А за колбасу? Ну, давай. Есть вопрос, звучит угрожающе. Задавайте его в письменном виде. Я не хочу, видите, чтобы там какой-нибудь шизофреник мне гадости говорил. Спасибо большое, Николай. Вот так. Давайте позвоним в Донецк. Кто тут в Донецке прямо сейчас находится? Нет, ладно. Ну, давай. Сейчас посмотрим. Рева, блин, успокойся. Ланка в Оренбурге. Не берут, смотри. Взяли, отклонили. Вот так вот. Вот так вот. Звоните, звоните, а потом раз и отклоняют. В Египет, блин, звони. Давай, звоню в Египет, мой фок. Давай. Ждем.